приезд родственников тронул лед, и гнев в душе птахи, и он смягчился. И у нас вечером состоялся разговор, где мы зарыли топор войны. Я как-то, блин, осознал, что я неправильно много чего сделал. Подошел к Обугиной, извинился, сказал, что я не прав. Да, я многим не недоволен. Да, я не считаю, что она правильно поступала. Такие слова, которые я в ее адрес себе позволял, это меня не красит, и я действительно извиняюсь за это перед ней. Я сейчас уже устал здесь, рычу, просто хожу, потому что я уже реально просто капкаю за собаку. Я думала, он это говорил искренне, не боясь того, что он уйдет или останется. Это круто.